Дорогие друзья, здравствуйте! Я хотела пригласить вас на традиционный ежегодный новогодний утренник, который состоится в городе Мехико 20 декабря. В этом году у нас для вас специальный сюрприз. Приглашенными гостями на утренник будет великолепная, знаменитая группа «Арко и Лира». Это музыканты, актеры, балерина, которая покажет вам великолепный спектакль про Петра Ильича Чайковского и расскажет вам магическую сказку про Щелкунчика и Мышиного короля. Что же в этом необычного, спросите вы? Все просто. Это премьерный спектакль на русском языке от «Арко и Лира». Этот спектакль показывался всегда только на испанском. И в этом году «Арко и Лира» как подарок для русскоязычной общины делают его на русском языке. Не пропустите! Утренник будет в реальном времени. Если вы боитесь и по каким-то причинам не хотите приходить, у нас есть для вас опция посмотреть этот утренник в записи, сфотографироваться с Дедом Морозом и получить новогодние подарки, но уже в другой день. Если же и это вас немного настораживает, приобретите запись музыкального спектакля на русском языке группы «Арко и Лира» и наполните свои души теплотой и новогодним настроением. Поверьте мне, это феерическое зрелище. Всего доброго, до встречи!